Здравствуйте, добро пожаловать на сайт Алексея Красикова и по совместительству на канал «Неврозы Мегаполиса». Это короткое видео не в виде лекции для канала, а на самом деле в виде короткого объяснения, видеообъяснения каждому из вас, потому что вы пишете огромное количество сообщений в Инстаграм, в Телеграм, в ВКонтакте, на почту, во внутреннюю почту и общую почту, и в Скайп. И примерно задаете одни и те же вопросы, поэтому я хочу вам сейчас в видеообращении достаточно коротко, как мне кажется, сжато вам объяснить, значит, что происходит, что надо делать, с чего начать, какие услуги я могу вам предоставить, что, как, сколько и так далее. Потому что мне проще записать тебе это видео, нежели постоянно рассказывать тебе о том, куда, когда и так далее и тому подобное. Значит, смотри, первое. Если у вас есть вегетативные расстройства, панические атаки, страхи за здоровье, навязчивые мысли, депрессии, в общем, все в то, что ты видел на канале «Неврозы Мегаполиса» и хочешь со мной поработать, и пишешь мне сообщение, я хочу тебе сказать следующее. Первое. Перестань писать о том, как у тебя торжественно все это происходит. Как бы ты ни писал, и как бы ты ни задавал вопросы, что мне делать, когда я избавлюсь, как именно я, запомни одну простую вещь. Представь себе, ты звонишь стоматологу по телефону и говоришь: «Здравствуйте, у меня болит зуб, что с этим зубом и сколько стоит полечить, и когда это все закончится?» Тебе любой стоматолог скажет: «Приходите на осмотр». После осмотра мы уже сможем понять вообще, что с вами происходит. Когда ты мне пишешь ВКонтакте, когда ты мне пишешь на почту с рассказом о том, что у тебя, как у тебя происходит, я не знаю, кто ты. Я вижу только буквы. Я не знаю, что произошло и как. У тебя там куча всяких размышлений о том, что бы это могло быть, но я не знаю тебя. Единственное, что мне нужно, это поговорить с тобой хотя бы первое занятие или хотя бы просто разовое занятие для того, чтобы хотя бы понять, что с тобой происходит. В большинстве случаев ты преувеличиваешь, и ты думаешь, что с тобой происходит что-то из ряда вон выходящее. На самом деле, достаточно стандартные вещи. Поэтому первое, запомни, если ты хочешь разобраться хоть в чем-то, не задавай мне таких вопросов, не описывай свои жалобы. Если ты хочешь разобраться, закажи разовую консультацию. Разовую консультацию. И все. Либо смотри канал «Неврозы Мегаполиса». Если ты посмотришь полный объем материала, ты, в принципе, сможешь с тобой разобраться. Хотя бы для того, что делать, куда двигаться и так далее. Далее. Существуют персональные занятия. Персональные занятия проходят по скайпу, и персональные занятия проходят очно. Персональные – это один на один. Соответственно, очные персональные занятия стоят 3500 рублей, 60 минут. Проходят они по пятницам. Только по пятницам. Принимаю я по пятницам с 9 утра до 9 вечера. Запись предварительная. По скайпу также проходят персональные занятия стоимостью 3500, 60 минут. Как правило, мы используем блочную работу. То есть, если ты хочешь разовую консультацию, она стоит 3500, разовая консультация. Если ты хочешь системную работу, 5 недель, 5 занятий стоит 17 тысяч. 5 недель, 17 тысяч рублей, это 5 занятий по 3500, там, округленные в меньшую сторону. 17 тысяч рублей. К этому блоку из 5 занятий ты получаешь полный блок вебинаров из 7 уроков. Отдельно этот блок вебинаров стоит 5900. Но если мои клиенты хотят заниматься со мной лично, изучать когнитивную терапию, работать над собой и с таблицами, и с когнитивной практикой, чтобы объяснить вам вот эти все базовые азы когнитивной психологии, о том, что такое убеждение, как они выглядят, как вести дневник, какие колонки, как это все выглядит, мне потребуется только примерно 3-5 занятий, чтобы тебе объяснить базовую теорию. Поэтому я предлагаю и я дарю всем своим клиентам, кто начинает со мной работать, вот этот блок вебинаров, особенно это касается стрессоустойчивости, работы над ошибками и прочих двух вебинаров, где ты уже сможешь сам до начала со мной посмотреть все это. И когда мы начнем с тобой вести уже непосредственно персональную работу, нам вместе будет проще. Мы не будем тратить кучу времени на то, чтобы объяснять тебе базовые вещи. Вот эта часть понятна? Что либо ты берешь разовое консультирование, либо ты берешь уже системное консультирование. Либо вы можете приобрести просто блок вебинаров, если у вас нет возможности заниматься со мной индивидуально. Вы можете накопить денежку 5900 за 26 часов. В принципе, это, мягко говоря, доступно, потому что 5900 это, в принципе, два приема психотерапевта в Москве, 2 часа.
И как бы я думаю, что 26 часов такого выжатой информации, причем еще в вашем компьютере, который вы сможете пересматривать, достаточно доступно. Что еще я вам предлагаю на 2017 год? Из двух таких новинок, которые я могу вам озвучить, две новинки, так называемые. Первое – это ведение беременных женщин, потому что огромное количество моих зрителей постоянно мне пишут, что я планирую беременность или я уже в положении, и у них тревога по этому поводу, поэтому есть такая услуга, называется сопровождение. Да, сопровождение беременных женщин по поводу их невроза. То есть она была в невротическом расстройстве, тут она выяснила или все-таки получилось забеременеть, и у нее возникает определенная тревога. Ведение такой пациентки основывается на, прежде всего, понимании, насколько острая тревога. Если тревога острая, то мы занимаемся раз в неделю. Если тревога не такая острая и требуется просто сопровождение, мы можем заниматься раз или два раза в месяц. Уже по ее усмотрению, все это индивидуально, тоже мы обсуждаем это отдельно. Также стоимость занятий 3500 в час, ничто не меняется. Вы можете заниматься раз в месяц, можете заниматься два раза в месяц. Мы заранее составляем ваше расписание, заранее прописываем какие-то примерные даты, примерное вам время. Также мы время прописываем для персональных занятий. Если вы хотите на персональные занятия, вы связываетесь со мной, мы смотрим, какие дни и какие часы у меня свободны и так далее. Как связаться, сейчас скажу. Еще одна из новинок – это важная, на мой взгляд, новинка, которой я буду уделять много времени. Это две новинки, которой я буду уделять много времени в работе в сезоне 2017 года. Это работа с первыми лицами частного бизнеса и в работе с подготовкой молодых специалистов, либо студентов, либо уже практикующих психологов, консультантов, психотерапевтов. Объясню коротко о том, что это и почему. У меня очень много клиентов в сфере бизнеса, из бизнес-сообществ, которые делают свои стартапы, или у которых что-то не получается, или которые очень сильно переживают за свой бизнес, теряя на этом здоровье. Очень важно, ребята, понять, что вас мотивирует и что вас привело в этот бизнес. Если вас привело в бизнес определенная невротическая идея кому-то что-то доказать или почувствовать свою полноценность, или с помощью денег закрыть какие-то галочки о том, что вы полноценный, и если у вас не будет 300 в кассе, то вы лошара, если вы профилонили какую-то нишу и так далее, то вы полный лох, никуда не годитесь. Вот, в общем, всю вот эту тревогу, которую вы приносите в сферу бизнеса, она будет вам очень сильно мешать, мягко говоря. А если вы потеряете бизнес или будете терять деньги, вы начнете очень сильно внутренне переживать, что выльется в вегетативное, в паническое, в тревожное состояние, которое, в свою очередь, будет мешать вам создавать новые стартапы и двигать ваш бизнес дальше, управлять грамотно людьми и принимать правильные решения. Потому что в тревоге собственник, менеджер принимать решения может, скажем так, очень косвенно. Именно поэтому вы видите нашего президента, вы видите дипломатов достаточно собранными. Почему? Потому что когда у вас эмоция поднимается слишком высоко, теряется логика, теряется самосообладание, теряется размышление, вы начинаете принимать неверные решения, руководствуясь эмоциями. Моя задача вас научить руководствоваться не эмоциями в бизнесе, не эмоциями в переговорах, а прежде всего объективностью, рациональностью, дипломатичностью и внутренней сдержанностью. Вот на примере первых лиц нашего государства я могу вам очень хорошо показать, как это работает. Соответственно, программа в 2017 году будет очень сильно заточена именно под успех, под личное развитие, под личные достижения целей, именно в здоровье. Не обязательно иметь для этого острое состояние паники или депрессии, уже придя ко мне в этом состоянии. Достаточно понять, что вы достаточно сильно тревожны, очень сильно переживаете, что уже может являться прямым показанием к тому, чтобы работать над своими эмоциями в сфере бизнеса, предпринимательства или политологии или дипломатии. И еще одно направление в 2017 году – это история про подготовку молодых специалистов. Много врачей, много психологов, студентов смотрят мой канал, за что вам большое спасибо. И все-таки я буду вести программу частного консультирования студентов, которые хотят работать уже потихонечку, консультируя своих клиентов,
либо людей, которые уже консультируют своих клиентов, но им нужно затачиваться на какую-то специфику работы. В общем, собственно говоря, это тоже возможно. О стоимостях по подготовке и по консультированию моих коллег я пока говорить не могу, потому что это все индивидуально. Если все зависит от того, какие цели вы ставите и какие сроки нам с вами нужны. Соответственно, там есть несколько программ, которые ограничатся просто некой супервизией или неким консультированием со мной персонально, опять же, по скайпу, либо это целая программа подготовки от панических атак, ОКР и уже самой когнитивной терапии, или вы только хотите когнитивную терапию, посмотреть, как это работает. В общем, все это обсуждается персонально, все это ведется. Поэтому, ребята, если вы хотите со мной заниматься персонально, очно, персонально по скайпу, если вы хотите заниматься в виде развития стрессоустойчивости как предприниматель или как менеджер или как наемный сотрудник, если вы хотите сопровождаться в любой тревожной, скажем так, ситуации по беременности, и вы не знаете, как лучше поступить. В общем, в принципе, вот номер телефона, это Telegram, это WhatsApp. Вы можете в Telegram или WhatsApp написать мне сообщение, я хочу на занятие, только не надо туда писать такую простыню по поводу того, что у вас за симптомы. Просто напишите ваше имя, напишите, что вы хотите на занятие, на какое занятие. Вы хотите на занятие по скайпу, напишите: «Привет, это Кость, я бы хотел персональное занятие по скайпу». И вам ответят либо я, либо еще кто-то из моих помощников, но, скорее всего, это буду я. Поэтому, пожалуйста, пишите, звоните. Вот вам номер, сайт Без Невроза ТВ. Скоро обновится, он будет немножечко попроще, будет более понятный, более доступный. Вот, собственно говоря, все, что я хотел вам сказать. Еще раз хочу подытожить. Не нужно писать мне о том, что мне делать и как быть, если я вас не знаю. Я вас в любом случае напишу вам следующее. Нужно заниматься с психотерапевтом, и вы удивитесь. Либо я напишу, что я вас не знаю, и вы удивитесь. Если вы хотите в целом понимание проблемы, посмотрите канал Невроза Мегаполиса, подпишитесь. Если вы хотите более детально посоветоваться, придите на разовое консультирование. Если вы хотите заниматься системно, welcome. Если у вас нет возможности заниматься системно, пожалуйста, блок вебинаров из 7 уроков, 26 часов, 5900 в ваше распоряжение. Там есть вся информация, которая вам нужна. Эта информация будет подарена тем, кто будет заниматься со мной системно и постоянно, соответственно, для ускорения процесса. Пожалуйста, пользуйтесь, звоните, пишите в WhatsApp, в Telegram. Буду рад вас видеть на занятиях. Увидимся, у вас все получится. Пока.